Столичную улицу Покровскую от Верховного Совета до Правды заасфальтируют до 1 сентября. Основной объем работ уже закончен. Новый асфальт положили за несколько недель. Асфальтоукладчик распределяет горячий асфальт по проезжей части. За ним идет каток, он разравнивает и уплотняет. Рабочие контролируют процесс. Участок от Верховного Совета до поворота на Правду уже с новым покрытием в два особо плотных слоя. Уже нижний слой асфальтобетона. Сейчас идет шлифовка и укладывается верхний слой асфальтобетона. Этот участок должны сделать к началу сентября. Если погода не помешает, завершат раньше и откроют для проезда транспорта. Все коммуникации по воде и теплу здесь заранее поменяли на новые. А вот площадь будут асфальтировать уже после Дня Республики. Здесь трубы тоже меняли, но земля еще не осела, ей нужно время. Уложить асфальт дорожники планируют ко Дню города. Ремонт 25 октября проводят на средства инвестпрограммы. Работы на улице Покровской начались в феврале, их завершат этой осенью. Наталья Ткачук, Александр Кыркелан, ТСВ.